информационный поток, который лежит в сфере переводов денежных средств граждан Ли, компании Ли, все денежные средства, переходя из точки в точку, отражаются либо в свифте, либо на корсчетах, которые связаны с единой системой считывания, соответственно, с системой аналитики АНБ, Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Собственно, они ими и разрабатываются как обновления, как формы. И в этом отношении, когда мы говорим о секретности бюджета, связанного с обороной Российской Федерации, это бред. По той простой причине, что когда Госдума и Министерство финансов и экономического развития выделяют определенный бюджет на оборону, он просвечивается, он виден, а дальше все очень просто, соответственно, куда направляются средства этого бюджета. Там, на Уралвагонзавод, дальше можно просмотреть, на какие конкретные лаборатории юридические лица приходят средства. Все это видит, соответственно, Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, поэтому какая там безопасность? Это смешно. То же самое с гражданами с точки зрения платежей, любой перевод с карточки, любой перевод между банками, все это видно и просвечивается как отче наш и анализируется в бигдате.